два взаимосвязанных института, семья и одаренные дети, они находятся, скажем так, в достаточно неоднозначном смысловом поле. Общепринятым стало, что семья распадается. Семья не распадается. Семья в нынешних условиях становится главным институтом, главным островком, где человек может понять, кто он такой, к чему он принадлежит, а он — это его культура, воспроизвести соответствующую культуру и, в общем-то, противостоять тем вызовам, которые есть в мировом отношении. Точно так же с одаренностью. Принято считать, что если есть Божья искра, значит, человек одаренный, а если нет, ну уж извиняйте, ничего подобного. Каждый человек может достигнуть высоких результатов за счет индивидуального стиля деятельности, то есть за счет того набора психических качеств, которые у него есть. Другое дело, что на сегодняшний день многие эти качества не проявляются, им их нужно позволить человеку выявить. Кроме того, возникли существенные противоречия между семьей и школой. Семья – это индивидуальный подход, школа – это массовый подход. Семья – это воспроизводство культурных национальных ценностей, школа – это мультикультурализм. Школа направлена на выравнивание под общественные какие-то требования, общественные стандарты, а у семьи свои задачи – сохранить культурную самоидентификацию и дать возможность для молодого человека найти свой путь в жизни. Жизнь очень быстро меняется, предъявляя совершенно фантастические, каких не было требований. Приведу только один пример. К 30-му году 70 профессий нынешнего набора профессий будет отсутствовать. На их место придут другие, а мы не знаем даже, какие это профессии. Кого мы готовим? Бухгалтеров, которые буквально завтра будут заменены на соответствующие электронно-вычислительные комплексы. Водителей, которые уже точно лет через 10-15 будут отсутствовать как профессия. Или мы готовим творческих людей, способных принимать решения. Еще один очень важный момент – это роль интернета, роль сети. На смену дворовым командам и дворовой морали, которая воспитывала предыдущие поколения, пришли даже не друзья по школе, друзья по контактам. Человек свой социальный мир строит на сегодняшний день в виртуальном пространстве в компьютере. А государство и бизнес, ну бизнес, может быть, со своей точки зрения иногда туда залазит, ничего не делает. Поэтому речь идет о другом. Что нужна определенная идеология у государства, в которой уже строится и бизнес, и семья, и школа, и другие институты. Вот не имея долгосрочных целей у государства, построить долговременную идеологию невозможно. К сожалению, у нас на сегодняшний день в основном оперативное управление, а нужно стратегическое.